Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Дальше. Значит, как заговорить с человеком при знакомстве, пишете вы? Смотрите, прежде чем договаривать с человеком, нужно для начала определить, что, в принципе, интересно вам, и по поводу чего вы будете разговаривать с человеком, ибо если вы будете говорить с человеком по поводу него самого, то получится у вас мало чего. Если вы будете говорить с человеком по поводу того, что вам не интересно, то тоже получится мало чего. Поэтому разговаривать нужно всегда либо о том, о чем интересно, либо знакомиться и общаться по поводу некоторого дела, которое у вас с этим человеком есть общее. В противном случае разговор получится весьма-весьма интересным. Потому что это, по сути, лотерея. Состыкуетесь вы в плане ваших интересов или нет. Но из-за того, что вы себя обесцениваете, я думаю, что вам достаточно сложно найти что-то интересное, вследствие чего вам тяжело знакомиться с людьми и тяжело общаться с ними, потому что вы в глубине души боитесь оценки, на мой взгляд. Дальше. Хочу общаться как нормальный человек. Ну, что значит нормальный человек, не очень понятно. И это нормально, если человек не хочет любви. Ну, если вы говорите о себе, что вы не хотите любви, то да, по каким причинам вы сомневаетесь, что должно быть по-другому? Вот, обратите внимание на то, что вы хотите общаться как нормальный человек, то есть себя вы считаете ненормальным. Вот сложно, вот, ну, чисто объективно, да, сложно общаться с кем-то, если ты чувствуешь себя ненормальным. Вот. И ваша первостепенная задача — это не научить, ну, не найди способ, да, как договаривать там с людьми, а ваша первостепенная задача — это привести свои представления и свои переживания в определенную гармонию, чтобы они не тянули вас в разные стороны, чтобы вы выступали как целостная личность в общении с людьми. Вот. Дальше. Наверняка для вас не секрет, что речь, общение, речь изначально были, ну, изначально появились как определенное средство, как определенный инструмент. Собственно, это и есть инструмент, собственно, это и есть средство для решения задач. Сейчас вы общение делаете самоцелью. Но вся проблема в том, что самоцелью общение быть не может. Потому что у общения всегда есть направленность. Вот и это ваша проблематика. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи.